Пацаны, ну вы просто понимаете, в каких ахуях я нахожусь после интервью Толи, который я чекнул. Я ему всю жизнь говорил, блядь, писал в личных сообщениях, записывал голосовые в разговорах о том, что, блядь, как бы тебя ни провоцировали и что бы тебе ни говорили, тебя это мало того, что не должно задевать, но а самое главное, ты не должен на это реагировать никаким образом в плане физической какой-либо агрессии. А сейчас я смотрю интервью, блядь. И он говорит, что я его настраивал на то, чтобы он прыгал с двух ног в текилу и сослала, блядь. Блядь, чего я вот... Жизнь, она интересная. Я вот каждый день проживаю и все больше охуеваю от ее глубины, ребята. Самое главное, что я лишний раз убеждаюсь в том, что в людях я все-таки что-то да понимаю, блядь. Слава богу, я его набрил. Толя, удачи тебе в жизни. Надеюсь, долгой.